Да, сидит на симпе чел, прикинь. Да, убил его. Примерно над бассейном. Нет, вижу. Убил. Прыгиваю к ним. Минус один. Ты на лестнице? Are you fine? Проверь там вид места, это, который ты показывал. А, тут дробовики какие-то. Мы сюда вот тоже бежим. Военный кабель. Бежим в эти, в отеле. В отеле? Ой, он на камнях, на скалах сидит. Он сейчас два выстрела сделал. Это кто, мальчики? Вот он стреляется. Другим ЧВК. Вы как пошли? Я на камне к нему ползу. Я вообще так. Здесь такой дождь, не думаю, что он меня услышит. Да, тут два ЮСЕКа. Прессуют одного. Один забежал в деревянный дом. Быстро башню работает. Да. Тысячи миллиметров просто. Тот челик в деревянном. Кто-то еще есть? Я. В деревянном доме еще один чел. Слушаем. Стреляют. Второй этаж, левое окно. А правый стрелок будет. Убил. А кто я был? Кто из нас Васянка Мотор? А, это я, значит. Ты? Да. Я прям удачника позицию занял. Зашел. Так. Тут прям нормальные ребятки. В плане как нормальные. Кто был? Этого ты убил? Нет, ты. Горностай я не буду брать, у меня и два их уже. Окей, я беру. Там сумки дикого слева. Тут были. Есть. Но да, не лутали. Что нашел? Прокил. Вот вышел. Смотрите, вот лежит VPX, видите? Ага. На станке. И вот тут биткоин еще лежит, видите, справа. Там где сварка. Портажопой. Вот здесь спавн драгоценностей. Вот тут стояла канистра и этот кектейп, короче. Да, ничего. Здесь тоже на столе драгоценности спавнится. Вон лежит ГП. Жетончик. Может про другой, значит. Пускается чел от деревяшки. Вижу, к нам. Вижу. Пусть выйдет немного в опен. Челобот. Угу. Пара, например, вот. Ну, он тоже знает, видимо, где лутать. Идёшь? Да, я за тобой. Смотри. Кто-то ходит? Я слышу. По-моему, он сверху. Нами? Да, спускается. Бот вроде. Так, сразу подвал проверю сейчас. Ты? По мне! Меня убили. Бот? Я не знаю. Да. Репорт можешь кинуть? Нет. Значит, бот. Наверху, да, он где-то стоит? Я не понял. Я бежал наверх, а мне по мне снизу уже начали стрелять. Убил его. Да, он снизу был на нашем этаже. И тебя лутал.
Бать, у меня три фара с собой. Симба, что ли, стреляет? Да, сидит на Симбе чел, прикинь. Все-таки можно туда залезть? Да, убил его. Там американский снайпер сидел. Хочу посмотреть его. Пойдем, Вит. О, опять там, что ли? Что я не вижу. Да, там же на Симбе. Лёг моего лутать. Да ты серьезно, блин, чел? Не видно тебя, да, отсюда? Не, он лежит там вот до этого. Где-то тут был. Вид, помогай. Вроде залетело. Вроде залетело. Трупа. Бля, жить. Пьешь? Да, два сильных. Есть чем? Все, залечился. МК-18 Мьёльнир. А, это Мьёльнир был? Етить. Бой еще у них было виднее ковая. Я их обоих и убил. Я ж того издалека убил, этого сейчас в упор. Вот этот гаврик у тебя как оказался. Шелька у типа, блин. Ё-моё. Ой, вид. Ой, вид. Да. Я слева пошел обходить. Я прям видел, как оно у меня около ног за это. Да иди нахуй. Тот, расскажи мне, это что за боты? О, БПхи, ёпта. 60 БПшек на калаш. Не, понятно. Ахуй, суки. Тырите фару по карманам. Хотя ладно, у меня еще есть пока. Я, короче, на этаж ниже тебя. Хилится, на твоем этаже, видимо. Примерно над бассейном. Нет, вижу. Убил. Ты сейчас оружие скидал. Я сижу на месте. Ходишь ты? Нет, я сижу на месте. Кто-то сделал один шажочек. Тут еще есть. Он сейчас оружие скидывает. Я не слышу, у меня нет звука. Дверь открыл. Хочу тебя. Противоположную от нас сторону куда-то. Да, он на улице, на балкончике. На моем этаже, скорее всего. Слышу, где стекла разбил? Да. Это проход туда вниз, на этот... Спускаюсь. Баскетбольная, типа, площадка. Я понял. Я на лестнице сижу.
А, он еще на этаж ниже нас, походу. Да, он еще на этаж ниже нас. Вижу, убегает теперь точно на баскетбольную. Не стреляет. Ушел на баскетбольную в палатку. Я вижу. Хит. За ней зашел. За туалетом? Да. Попал. Нажмешь сторону какую-нибудь, я другую возьму, я просто две не обхватываю. Надо идти к нему, он вряд ли сейчас вылезет. Убил, убил, взорвал. Спина. Принимаем. А, белый, белый фургон справа. Видел. Я через дом. Убил. Поднимусь на этаж выше, гляну еще там. Хорошо. Бегает, бегает, бегает. Идет по улице, по балкону, ко мне, где мы только что с тобой ходили. Убил. Здесь это все? Вряд ли. Какие у тебя? Ленг Фенг, понятно, все с тобой. Броник 6 класса. Это 13 тоже. Сенгэте Тинтутун. Понял, да, никами? Тинтутун? Тихо! Позарит. Сзади, сзади, как мы шли. Понял, я понял. Двое. Ниже нас опять этажом. Прыгиваю к ним. Минус один. Я на лестнице. Are you fine? Fine, okay. What was that? Это челоботы. Сейчас слышал, что он где стрелял? Я хилюсь. Я не понимаю позиционку по вертикали. It's okay, говорит. Да-да, они спасли с другом. Mm-hmm. Он такой, типа, друг, ты yes. В порядке? И я ему такой, yes, yes. Yes, I'm fine. Но он где-то должен быть тут. О, слышишь? Над нами. I'm okay. Hello? Он там трупы поди мои лутает, сучка. Одного убил. Проверяю комнату. В комнату с этим типом дам гранату. Ремет в комнате. Угу. Ну, он примерно тут и говорил, он, скорее всего. Ты ходишь? Да, шаг сделал. Да. О, за клумбой вообще идеально. Ты шифтуешь? Да, да, я бегаю. Прохожу. Лев, лошадь. Вот
кто, оказывается, потырил все ценности. А мы ищем их тут по округе, по всей. О, прислал какой-то новый на СКС-ке. Чё-то такое. А, типа коллиматора нового. Там же в ту сторону, там есть же выход у нас, нет? Там северный блокпост, я говорю, но нас, мне кажется, эти СГСы накроют нахрен. Мы там пройдем пойдем же сбоку. Забор. На Симбу бежит право. Челик. Челобот. Зачем только? Че он там собрался искать? У него какая-то оптика. На калаше, походу. Бил. Я видел. Оля. Я не перепрыгну тут, наверное. На выходе. Я бегу. Он за пуликом сидит, его вообще не видно. Я также стрелял. Бля, попал в меня, охереть. Не шотнул? А. Мы его никак тут не обойдем вообще? По ним стрелять. А, вот же есть, ёпта. Он даст нам пройти? Да, пройдем. Окей, то не нарисуй. Блять! Живой? Да. Я попал. Нет. Счастье. Я стамин рез с собой, могу пройти как бы. Они что-то вообще по тебе не стреляют. А где вход? Так, господи, это же обычный пояс с резерва. А, вижу. Да. Блять. Ёпта. Там на стеночке три этих осталось. Попадание. Пацаны, конечно, в эти борцухи с тобой, блядь, в дырявых носках. Нормально. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.